Для Ульяны все словно в песне. Самый лучший день заходил вчера. 7 ноября она стала хозяйкой квартиры в новостройке. В торжественной обстановке ей и еще троим детям-сиротам вручили ключи и документы о собственности. Новое жилье Ульяне по душе. Даже с оттенками и тонами угодили. Говорит, ничего менять не собирается. Заедет и начнет новую жизнь. Я очень рада и благодарна администрации нашего города, потому что они очень ответственно подошли к процессу, как бы, вручения и к процессу вообще находки этого жилья и так далее. Я была в этой квартире, она очень светлая, то есть с солнечной стороны, да, она просторная, красивая, уютная, там есть вся мебель. Квартиры ребятам представил ЖК «Рублевский». Это программа государства. А вот интерьер, мебель, оборудование, бытовая техника – подарок главы округа и меценатов. Всего в этом году в новой квартире заселится 19 детей-сирот. Вот сейчас, на данный момент, из 19 мы вручили ключи 15 нашим молодым людям. И мы так рады, что приходят их родственники. Они смотрят, как радуются все. Сейчас пойдут все туда, откроют квартиру. А там уже можно и ночевать. Там вода горячая, холодная, холодильник, стиральная машина. И не просто стоят, все подключено. И даже занавески на окнах. В следующем году таким укомплектованным жильем обзаведутся еще 30 сирот. Эту возможность им также обеспечит округ. Новоиспеченные владельцы еще совсем молоды. Им всего по 18-19 лет. И новые квартиры для них – отличное начало счастливой взрослой жизни. Это вот Андрей Робертович и команда, да, вот нашего. Передайте ему, пожалуйста, огромное спасибо за такой дорогой подарок. Мы постараемся оправдать его доверие. Влада Шишова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».